НТС Рубит, прогноз погоды. Меня зовут Анастасия. Еще чуть-чуть и весна. Причем март уже начал давать о себе знать. Завтра, 28 февраля, в Ирбите пасмурно, небольшие осадки. Днем плюс 2 градуса, ночью минус 4. В субботу в светлое время суток столбики термометров доберутся до плюс 3. Ночью всего 0. Переменная облачность и небольшой снег с дождем. Первый день весны будет выглядывать солнце, а дневные температуры составят 2 градуса со знаком плюс, ночью минус 3. Однако не стоит забывать о том, что такие температурные качели от плюса к минусу и обратно небезопасны для пешеходов и водителей. Возможен гололед, будьте внимательны. О погоде у меня все, прощаюсь с вами, берегите себя. До свидания.